Здорово, друзья мои хорошие. Сегодня мы посмотрим на игру, которая просто порвала Twitch в свое время. В принципе, очень популярный продукт, многим он нравится. Называется игрушка, там очень длинное название. Это PlayerUnknown's Battlegrounds, что-то вроде такое вот у нас имеет. Ну что ж, я ни разу еще не играл, так что сейчас первый раз посмотрим, поизучаем. Выбрал уже персонажа, похоже, наша девочка немножко на Риану, волосы должны быть красные, ну, вроде как красный оттенок. А можно приодеться, вот так вот, вот такое дело сделать. А, ну, давай какую-нибудь футболку выберем. Некоторые вещи, как я понял, у нас за бабло, некоторые бесплатно. Так, кипарика у нас нет, здесь ничего полезного. Черт меня дери. Ну хорошо, предположим, что как-то так вот мы с вами будем выглядеть. Play. А, так, Европа у нас регион, соло. Можно играть в команде, можно играть в одиночку. В принципе, click to play. Поехали. Вот, Player Unknown's Battlegrounds. Название, конечно, хрен на самом деле выговоришь, но игрушка действительно сейчас находится в топах. Поэтому давайте глядеть, что оно и как себя представляет. Мне уже страшно. Мне уже, блядь, страшно. Черт меня дери. А вот и людишки, походу. 96 человек присоединилось. Какие-то адовые глюки. Куча народа. Я вообще не знаю, что тут надо будет делать, поэтому сейчас будем разбираться. Воу-воу, уже, по-моему, кого-то гасит. Матч начнется через 35 секунд, у нас уже огромные проблемы. Так, надо валить отсюда. Черт меня дери. Так, ранний доступ, понятное дело, люди, походу, не знают, что делать. Чё вообще творить? Насколько я понял, здесь вроде есть как бы локация, и, естественно, нужно выжить. Выживает, выживаешь, побеждаешь, молочага. Смотри, нас заваливают, блядь. Охренеть. Считайте, что это самый, что не есть первый взгляд, потому что, действительно, творится какая-то, блядь, вакханалия. Ого, чувак просто горит, блядь, пробежал куда-то. Так, матч начнется через 9 секунд. Я вот думаю, может куда-то убежать попробовать? 4, 3, 2, 1. Ой, бля. Опа! Вот это уже интересно. О, боже. Фак, твою же мать. А, блин, I can fly. Кто-то там уже сделал эпический звук. Ой, бля, как все плохо. Катапультироваться, поехали. Черт меня дери. Нет, ну вообще идея крутая. Посмотрите, какая огроменная локация. Это ж просто пипец. Раскрыть парашют, игра лагает, кстати. Может еще рано раскрывать? Может еще рано? Нет, 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 не рано. Отлично. Как я понял, нас выбрасывают где-то на карте. И наша задача просто выжить. Просто выживай. Посоветовали, поиграй лишь. Игра действительно вот стоит того, и она похожа чем-то отдаленно на любые выживалки, которые ты смотрел. Ну, давай смотреть. Давай попробуем. Фух. Я так понимаю, что действительно сейчас будем искать лут, пытаемся выжить. Я уже вижу какое-то строение, куда, собственно, мы с вами курс наш и держим. Давай, братан, давай. Точнее, сестрюня, мы же за девочку играем. 96 выживших. 96 человек на вот этой огроменной карте. Так как она в раннем доступе, понятное дело, что все это будет дорабатываться. Я, по крайней мере, в это надеюсь. Так, Лануга убивает игрока ГВН-534, используя удар, осталось 95. Вот так вот, друзья мои. Так, возможно, меня уже кто-то где-то поджидает. Я вижу, он там контейнера сейчас. Ой, попробую туда зайти. А, я надеюсь, что я сяду. Потому что это всегда проблема. Опа! Шикарно. Можно драться. Без проблем можно драться. Так, что-то я пока никого не вижу. Наверное, это к лучшему. Так, еще кого-то завалили. Хорошо, надо понять, где нам взять оружие. Что за хуета здесь? Военный жилет я взял, отлично. Хотя бы не сразу завалят. Большая аптечка, забирай. В принципе, понятно, почему игрушку так многие любят, потому что подобный жанр всегда популярен. Всегда, абсолютно. Так, ладно. Там, по-моему, кто-то бегал. Последуйте в игровую область, отмеченную на карте. Через 5 минут. А как карту посмотреть? Я типа здесь. Поставить маркер, убито, приближение, отдаление. Слушай, ну карта просто огромная на самом деле. Так, оружия здесь нет.
Мне нужно, наверное, внутрь туда попасть. А ну пошли посмотрим. Мне нужно найти хотя бы молоток. Хотя бы самое примитивное оружие, которым я смог бы отбиваться. Ёб твою мать. Люди. Забрать бинты. Так, это больничка, понятно. А чем можно драться? Что там, что было? Защитные очки. Светошумовая граната. И больше у нас ничего нет. Так, здесь ничего полезного. Черт. Я еще простужен, у меня, блядь, уши заложены, я хуево слышу. Вот это проблема, конечно, а тут надо слушать. Кто-нибудь подкрался, еще что-то сделает с тобой. Так, братишка, давай хоть что-нибудь найдем, хоть что-нибудь. Хоть что... О, бензин, смотри. Канистра с топливом. Полевые брюки. Так, заебись. Рюкзак, о, хорошо. Оружие. Молоток, блядь, шприц. Еще какая-нибудь шняга. Рюкзак уровня 1 мне не надо. Понятное дело, что я пропускаю какой-то, видимо, ценный лут, но я его просто, блядь, не вижу. Хоть убей. Полевые черные брюки. Давай возьмем. Так, ладно. Табляция, что у нас есть? Очки, вот наш персонаж. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Твою мать, вы что, охренели, что ли? Ой, блядь... Нас вынесли выстрелом в голову, я даже не успел ни хрена сообразить, что, куда и как. Ой, блядь, внимание, началась красная зона. В следующий раз, Олеж, тебе наверняка повезет. 78-й из 96 убитых. Давайте выйдем в лобби. Хотите выйти из этого матча? Да, у меня просто нет выбора, потому что меня вряд ли кто-то сможет здесь оживить, поэтому давайте попробуем еще раз. Ну что же, полетели. Попытка номер 2. Сейчас посмотрим, где нас выбросит в этот раз. Как я уже говорил ранее, карта просто огроменная. А сбрасывают нас, как обычно, я так понимаю, в разных местах, видимо. Тут никто не говорит сейчас. В тот раз у нас даже люди пытались общаться. Здесь сейчас полная жесть. Так, пока катапультироваться нельзя. То есть я могу в любом месте. Могу дальше, могу ближе. Как, где, кому удобно. Так, сейчас ребята уже катапультируются. Смотри, смотри, оп-оп-оп-оп. Повылетали, давай я тоже. Так, шикарно. То есть все эти люди должны попытаться как-то выжить. Хер кого получится, я так понимаю. Но попытка не пытка. Так, раскрывать парашют еще рано. Есть вид от первого лица. Куда ж без него. Слушай, а если не раскрыть парашют? Да, это будет самая нелепая смерть, которую только можно придумать. Скрывай. Готово. Вообще идея, в принципе, прикольная как бы. Мне нравится. То есть все начинают с одинаковых условий. Куда попадешь, собственно, там ты и будешь пытаться выжить. Что, в принципе, немаловажно. Так, от первого лица, конечно, все не так хорошо, как кажется. Надо чуть-чуть поближе присесть туда. Так, давай, Олежа, 64-63 километра в час. Давай, родной, давай. Некоторые, я так понимаю, начинают либо уже с оружием, что, в принципе, неправильно, как мне кажется. Так, давай. Машины? Воу, я точил, вижу. Так, а ну давай. Шикарно. Шикарно, твою мать. Управлять багги? Воу. Мне нравится. Вот это мне нравится. Слушай, во многих игрушках найти такое, ну не знаю, большая редкость, либо машины вводят далеко, а не сразу. Самое интересное, что у нас даже есть еще топливо есть немножко. Так, мне нужно найти какое-то место. О, еще машина, смотри, есть. Очишиенно. Последуй в игровую зону. Отмеченную на карте за 5 минут. Так, выходим. И попробуем это дело все полутать. Открывайся! Херушки здесь что? Хера, блядь, полезного. Воу! Тихо. Садись. Так, чувак, походу, нашел. И, походу, меня целится. Не-не-не-не-не-не, сучёныш, нет, блядь! Нет, сука! На, падла, блядь, убирай, падла! Чепушила сраная. Воу-воу-воу, отъезжай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Валим отсюда! Валим от этого упыря! Воу, быстро! Твою мать, а! Вот тебе и плейграундс!
Ёпт. Мне нравится. В этом определенно что-то есть. Так, надо упиздовать куда-то в горы и там уже, собственно, творить безумие. Ой. Бенза вроде нам хватает, нам бы аптечку найти не помешало. В игре, кстати, более-менее нормальная физика, терпимая. То есть, как бы, понимаешь, во многих игрушках, я помню, в том же War Z физика была... Ой, блядь, там еще одна машина. Там еще одна тачка, люди нашли тачки, это плохо. Это очень, блядь, херово. Так, отлично. Подъехать, там и подъехали. Теперь давай смотреть. Теперь давай аккуратненько. Будем смотреть, что тут у нас имеется. О! Там чучело сидит. Сваливаем. Едем. Едем оттуда. Там человек. На паузе можете посмотреть. Там чел сидит в комнате, блядь. И все. И, блядь, пиши пропало. Сука, в каждой комнате какое-то чучело. Во-в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 о
Скар Эрла, блядь, завалил, падла. Я говорю, я открыл дверь, я вижу, он сидит там, что лутает, типа, палил, кто зашел в комнату. Я закрываю дверь сразу и просто сваливаю оттуда. Давайте попробуем еще раз. Ну что ж, поехали. Сука, кто-то сказал. Господи, что происходит? Сука, блядь. Че там за гор, блядь? Господи, какой-то утробный звук. Все в пизду. Это невозможно, я лучше катапультируюсь. Так, ну что, господа, давайте смотреть. Я думаю, что леса — это то, что нам надо. Вообще лучше ближе к морю. Давай, давай, давай. Вот эти вот деревушки — это как раз то, что нам надо. Есть машины, есть транспорт. А неудивительно вообще, что есть транспорт, потому что карта, она просто огроменная. Надо поиграть с компанией. Но, к сожалению, Алекс сейчас так же, как я, приболел, поэтому как только мы будем себя лучше чувствовать, я думаю, что обязательно в это поиграем. Обязательно. Фух, так, давай. Да, вон домишко есть какой-то хороший, я думаю, что это то, что надо. Вот два дома, я думаю, что сейчас мы их как раз возьмем на вооружение, посмотрим, что там есть, и будем двигаться далее. Так, давай, оп. Опача, шикарно. Так, курочка моя, давай заходи, посмотрим. Залазь давай. Залазь, вот это хорошо. Это что такое взял? Что-то я взял интересное, видимо. Так, можно приодеться. Есть даже вот такой вот пистолетный этот патрошек. Или что-то там, обойма была. Да. Перезаряжайся, роднуля моя. Вот теперь хоть какая-то сука, бля, подойдет. Мы точно сразу покажем, как надо играть. Так, пока бичуганов не наблюдается. Что у нас здесь? Залезали же, только очень осторожно. Очень, блядь, аккуратно. Понимаешь, они умудряются выносить прямо в щи, если что. Так, более утоляющую я заберу. Светошумовая граната. Хотя бы оружие нашли, уже хорошо. Так, я понимаю, что мы, видимо, много упускаем. Это тоже обойма, да? Да, но почему-то взять ее нельзя. О, хорошо. И дробашек есть. Давай. Давай, собирай. Собирай, роднуля. Там еще один такой же дом. Так, тихо. Это кто-то сидит, блядь, или кусты? Я хуй знает на самом деле. Так, ладно. Спокуха. Пока вроде тихо. Заходим. Закрываем дверь. И аккуратно мониторим ситуацию. Так, вон там рюкзачок давай. Набирай. Готово. Понимаешь, могут из окон завалить вообще за милую душу. Мы столько оружия нашли, и пистолеты. Ёпта. Так, давай. Сейчас быстро перезарядимся, и все будет хорошо. Есть пистолет. Пистолет, дробовик и автомат. Идеально. Если бы играл с другом, я бы, конечно же, поделился, но, к сожалению, давать сейчас некому ничего. Так, ладно, автомат как-то понадежнее, наверное, будет. Сука, не слышу. Реально, вот когда болеешь, играть очень напряжно. Так,
осколочная граната. Угловое зелье, или что я там взял, блядь, не успел прочитать. Так, хорошо. Окей, еще автомат валяется. Вертикальная таймочка у нас. Так, забирай, забирай. А, переключиться. Не-не-не, подожди, лучше так, наверное. Так, есть какой-то теплый жилет, стеганая куртка, бежевый цвет. Это что такое? Пламегаситель, отлично. Так, господа, теперь, когда ты в полном вооружении, уже хоть не так страшно. Фу, теперь бы мне машину найти. Было бы очень удобно. Так, два дома. Просто два дома и куча лута. Так, погнали дальше. Красная зона началась. Так, я так понимаю, что надо двигаться именно в ту сторону, да? Я просто реально не знаю правил игры, поэтому играю первый раз. Не знаю, что значит красная зона, куда нам двигаться, но будем смотреть, короче говоря. И если кого встретим, то, я думаю, им явно не повезет. Слушай, главный персонаж реально очень похож на Риану. Что это было? А, это птица, господи. Так, нам далековато идти на самом деле. До красной зоны. 67 человек выживших. Мне не хватает, знаешь, чего? Так, может, как-то я присяду? У меня есть... О, бля, как? Сука, как? Ёбаный свет. Объясни мне, как он мог меня убить? Я его даже не видел, не слышал. Откуда? С чего вообще? Я не знаю, друзья мои. Игра интересная, но я так понимаю, что здесь уже, видимо, читеры появились, поэтому даже сидя в сраном, блядь, поле, тебя умудряются убивать в голову беззвучно, без каких-либо вопросов. Просто и все. Даже не обматерили перед смертью и после. Это на самом деле жесть. То есть я только собрался, только хотел немножко побегать, поизучать. Ах, как все больно и плохо. Ну, видимо, таковы реалии. Уже люди наловчились, возможно, если это не читеры. И уже, в принципе, более-менее знают, как что делать. Понаходили оптику, а с оптикой здесь наверняка жить намного проще. Ну что, господа, я думаю, что на этом сделаем как бы перерывчик. Я посмотрел игрушку. В принципе, мне это дело очень нравится. В идеале нужно играть с компанией. И действительно, не удивляет тот момент, что она находится сейчас как бы в топах того же Твича. Это была у нас PlayerUnknown's Battlegrounds. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.